Здание некогда бывшего концертного зала «Юпитер» в четвертый раз не смогли продать на аукционе. Предполагалось, что торги будут идти на повышение. Начальная цена здания на улице Варварская составила 210 миллионов рублей. Однако аукцион так и не состоялся из-за того, что в лоте принял участие только один предприниматель. Предыдущие три попытки продать «Юпитер» также не увенчались успехом. Почти год назад здание, построенное еще в 40-е годы, включили в прогнозный план приватизации. Обязательное условие продажи было сохранение в нем концертного зала в течение 5 лет с момента приватизации. Напомним, ранее, кроме концертного зала, в этом здании располагался и офис торгово-промышленной палаты Нижегородской области.